эфире телеканала «Дом». 5 вопросов на злобу дня. Говорим о самом важном, интересном и актуальном. В студии Олег Борисов. Здравствуйте. И сегодня поговорим об угонах авто. Теперь в Украине за угон автомобиля будут не штрафовать, а сажать. Злоумышленникам ужесточили наказание в виде лишения или ограничения свободы сроком до 5 лет. Тем не менее, расслабляться автовладельцам не стоит. Ежедневно в Украине похищают десятки авто. Как обезопасить свой автомобиль и какие машины в топе угона, узнаем у Александра Залетова, заместителя председателя Совета Лиги страховых организаций Украины. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде чем начать наш разговор, я напомню, что каждый зритель может отправить свой видеовопрос на электронную почту, указанную внизу экрана. И прямо сейчас начнем с первого вопроса от нашего зрителя нашему гостю. Внимание на экран. Кримінальна відповідальність – це дуже добре, але от у мене ще запитання щодо роботи наших правоохоронних органів, точніше її бездіяльності. Буквально 2 роки назад з цим питанням зіткнулись мої знайомі, в яких викрили автомобіль. Результату пошуку автомобіля від слідчого абсолютно ніякого не було. Ну, абсолютний нуль, нічого він не знайшов, по камерах нічого не побачив, хоча вже працювала система «Безпечний Київ» і велика частина Києва і того регіону, в якому викрили автомобіль, району, була перекрита цими камерами. Зате знайшли людей, які допомагають в пошуку автомобіля, точніше, знаходять автомобілі, але ціна їхніх послуг сягає більше 50% вартості самого автомобіля. Люди мають відношення до правоохоронних органів, а от слідчий, який займався справою викрадення, абсолютно нічого не міг знайти. От у мене запитання, коли викорениться ця корумпованість? Пожалуйста, вам слово, Олександр. Ну, мне сложно будет прокомментировать действия правоохранительных органов. Единственное, могу сказать о том, что если бы вот в данном случае у пострадавшего лица водителя был полис страхования автомобиля, то он бы имел отношение со страховой компанией. Страховая компания возместила бы ему возмещение, а потом дальше бы занималась вопросами с правоохранительными органами. По крайней мере, так в большинстве случаев работает страхование. Однако, вот если говорить, страховые компании также не всегда довольны работой правоохранительных органов, потому что, когда видят, что есть страховое мошенничество, когда сам владелец автомобиля создал такую ситуацию, когда произошел угон автомобиля, и готовы предоставить соответствующие документы, бывают случаи, когда правоохранительные органы как-то не рассматривают этот вопрос, и по действующему законодательству, если страховая компания не смогла довести, что это страховое мошенничество, она вынуждена платить возмещение, понимая о том, что фактически выплачивается незаконно вот такое возмещение потерпевшему. Кстати, такая проблема состоит и в других странах. Во многих странах Европы страховые компании не могут в полном объеме доказать вот факт мошенничества и поэтому платят. По некоторой статистике вот в Германии до 20% возмещений потерпевшим, это фактически бывают случаи вот мошенничества, где страховая компания в силу вот того законодательства, которое защищает интересы граждан, потребителей, и направлено на том, чтобы страховая компания выплатила, а дальше уже разбиралась. Поэтому это такая комплексная проблема, которую нужно решать в рамках законодательства, чем через введение ответственности, в том числе криминальной ответственности за мошенничество, финансовое мошенничество, ну и в частности страховое мошенничество. Потому что существуют случаи, когда не одинокие, а часто страховые компании сталкиваются, когда вот мошенничество со стороны водителя, который не может его так продать, этот автомобиль, а использует различные каналы для того, чтобы и получить страховой компании выплату, и еще и продать этот автомобиль на запчасти для того, чтобы еще получить какой-то дополнительный доход. Такие ситуации не одиноки в Украине в том числе. Александр, как показывает практика, угонщика автомобилей очень трудно найти. Практически невозможно. И, естественно, также близко к нулю найти автомобиль, который угнали. Но можно ли, если брать Украину, предотвратить это как-то? Или же потом, если, не дай бог, все-таки машину угнали,
что-то сделать сейчас для того, чтобы потом было легче найти этого автоугонщика? Я не знаю, камеры, специальные GPS-трекеры, сигнализация, страховка, о которой вы говорите. Вот вы расскажите, пожалуйста, какой вы приоритет отдаете? Ну, на самом деле, международной практикой подтвержденный опыт – это страхование. И если существуют уже страховые компании, которых боятся воришки автомобилей, будем говорить. Потому что когда на лобовом стекле, либо где-то на автомобиле есть наклейка, что это застраховано определенной страховой компанией. Я не буду указывать, какую, чтобы не возникало у нас рекламы, но существует уже практика, что где мощная юридическая поддержка в страховых компаниях, где имеются технологии выявления таких автомобилей, то криминальные структуры неохотно берутся за работу по угону таких автомобилей. Но если говорить в целом, то страхование – это самый такой массовый, популярный и более надежный инструмент, чем просто охрана. Охранная сигнализация, различные там жучки, которые можно в машине, они только защищают на случай угона. Но в процессе угона может быть поврежден автомобиль. И даже если он найден, все равно повреждения могут быть достаточно серьезными, поскольку значительная часть угонов связана с действиями таких начинающих криминальных элементов, как, например, там, молодежь, немножко подвыпившая или в стане наркотического опьянения, взяла автомобиль покататься, который стоит возле дома, потом где-то бросила, где-то там ударился об дерево, обровку, то есть с серьезными повреждениями автомобиля. И поэтому страхование, да, это сегодня то, что популярно, то, что, к сожалению, не всегда используется, потому что транспорт в Украине имеет срок возраста, средний возраст автомобиля в Украине более 20 лет. И значительный автопарк не принимается на страхование страховыми компаниями в силу его изношенности и устаревшести. Но то количество автотранспорта, которое страхуется, это преимущество на новые автомобили или сроком до 5 или 7 лет, в большинстве случаев водители получают от страховой компании должное возмещение для покупки нового автомобиля с более хорошими характеристиками на дороге. Александр, и последний вопрос, если можно коротко. Вот по вашим наблюдениям, самые популярные марки автомобилей, которые сейчас чаще всего угоняют, вот по вашим наблюдениям, какие это машины? Ну, скажу так, что премиум-класс как раз и используется для угона, и поэтому этот класс не очень любят страховые компании страховать, потому что угон в этой категории частота значительно выше, нежели это дешевые автомобили. Но если это в относительном показателе. Если говорить в абсолютных единицах, конечно, автомобили, которым пользуется значительная часть наших граждан такого среднего класса, они часто угоняемые, поскольку их много. Но премиум-класс, он используется в том числе угон с целью разборки на запчасти и потом же ремонт аналогичных автомобилей, поскольку есть ряд фирм, автопроизводителей, которые только от оригинальных производителей поставка. А поскольку поставка бывает затягивается на несколько месяцев, то это и провоцирует как раз запрос на то, чтобы угонялись такие автомобили, чтобы их ремонтировать за счет угоняемых автомобилей. То есть вот такой вот есть статистический ряд о том, что и причина угона премиум-класса состоит в том, что не всегда можно заказать из страны производителя соответствующую запчасть. Ну, в любом случае, нужно максимально, конечно же, обезопаситься. Страховка, сделаем такой вывод, подведем такую черту. Страховка, видеонаблюдение, ночью освещенная обязательно парковка. Это такие банальные советы, которые хоть немного, но на какой-то процент снизят риск угона автомобиля. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. О том, как обезопасить свой автомобиль от угона, узнали у Александра Залетова, заместителя председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.
І більше інформації ищите на наших страничках Facebook і на каналі в YouTube. Спасибо, що довіряєте. І помните, Україна – наш дом.